Привет, друзья! Сегодня, гуляя по кампусу университета Warwick в Англии, я встретил двух английских студентов University of Warwick и, конечно же, взял у них интервью. Отдельный выпуск с экскурсией по кампусу найдете по ссылкам в описании. В этом выпуске студенты этого британского университета рассказали мне о своем опыте обучения здесь. Не только о факультетах, но и о том, как выбрать университет, об учебе и студенческих клубах. Также они поделились тем, как добираются до университета и как у них складывалось общение с русскоговорящими студентами. Интересно? Тогда вперед к просмотру. Только что познакомился со студентами знаменитого университета Warwick. Какие у вас специальности? Я на юриспруденции. А, будущий юрист. А вы? А я учусь на биологии. Биология? Да. А чем известен университет? Как бы вы сказали? Какими факультетами? В основном бизнес. Бизнес, хорошо. Бизнес-факультет является основой всего университета. Начиная с образования университета в 60-х, 1967. Да. И также думаю, что очень сильное направление STEM. Да, на мой взгляд, программы STEM достаточно хорошие. И также экономика достаточно сильна. Инженерия. Хорошо. Да, да, инженерия в том числе. А почему вы выбрали юриспруденцию и университет Warwick? Ну, Warwick находится в десятке лучших университетов в стране для изучения юриспруденции. И у меня был выбор между Warwick'ом и университетом в Лондоне. Но я не хотел ехать в Лондон, и поэтому выбрал Warwick. Вы довольны своим выбором? Да, я очень доволен. Я сейчас здесь уже 3,5 года. А, вы учитесь на магистратуре? Нет, мой курс длится 4 года. Вы не пошли на год практики? Нет, именно на этот год выпал COVID, поэтому нет. Но университет предлагает практику? Да. То есть практика? Или год за границей? Да, да. А вы изучаете иностранные языки? Да, я изучаю французский. Французский? То есть вы хотите поехать во франкоговорящую страну? Не знаю. Вообще-то я планировала в Австралию. В Австралию? Выбор университета – дело непростое. Если прогадать, то это прощай время и деньги, которые ты вложил в поступление и учебу в неудачно подобранном вузе. Ну и конечно же, в любом университете есть множество особенностей, практики, программы и так далее. Мы в Мариаде помогаем выбрать учебное заведение себе по душе, по кошельку и по любым запросам. Все это делаем на бесплатных консультациях. На них мы подробно рассказываем об университетах и их особенностях, а также о некоторых организационных сложностях, которые вы можете встретить на своем пути. Все это абсолютно бесплатно. Свяжитесь с нами любым удобным способом из доступных в описании. Warwick – это университет кампусный. Все находится в пределах одного кампуса. Да, и все очень близко. Это очень удобно. Вы находитесь далеко от центра города? Я живу возле Кеннон Парк. А это где? Я не очень ориентируюсь. Очень много людей живет в Кавентри. Но большинство студентов из Уоррика живут в Кеннон Парк. Это город. Он находится недалеко отсюда, 20-25 минут на автобусе. А вообще я передвигаюсь на автомобиле, поэтому мне очень удобно. А как долго отсюда до центра города? Где-то 15 минут. И также можно на автобусе. Есть автобусное сообщение. Да, там напротив этих зданий автобусная остановка. Именно там все садятся на автобус. Но можно, наверное, на байке или самокате. Да, достаточно просто. А вы когда-нибудь катались на электросамокатах? Нет. Не знаете, сколько это стоит? Я в прошлом как-то пытался арендовать велосипед и заплатил за это 50 фунтов. Да ладно? Да, это очень много. Я с ними ругался, чтобы вернуть деньги. Так что это была не очень попытка. Это была их вина? Да, у них там были проблемы. Они мне сначала отказывали, но потом все урегулировалось. Ну вы же юрист. Ну да. Да, это именно то, чем и должен заниматься юрист. Да уж, мне потом звонил даже сам исполнительный директор компании, чтобы разобраться, что случилось. О боже, да уж. Это уж точно была какая-то ошибка, ведь цена на аренду велосипеда просто очень мала. West Midlands Cycle Hire предоставляет услуги на кампусе университета Warwick. Конечно же, есть акции. Например, отсутствует плата за разблокировку с 6 утра до 11 утра. А использование велосипеда будет стоить всего 5 пенсов за минуту. Это означает, что в самое даже оживленное время, когда все студенты спешат на лекции, 10-минутная поездка будет стоить всего 50 пенсов. А что по поводу студенческих сообществ? Их много? Очень. И из того, что я знаю, по-моему, у нас их около 170. Ничего себе. Очень много. А вы в каких-нибудь участвуете? Да, я участвую в нескольких.
Вернее, раньше участвовал, потому что сейчас мой последний год перед выпуском. Наверное, они были связаны с юриспруденцией. Да, да, и в юридических участвовал. Есть сообщества, которые связаны с различными национальностями. Да, их тоже очень много. Различные культурные сообщества, сообщества иностранных языков. Да, очень много разных сообществ, которые привязаны к какой-либо культуре. Если вы хотите узнать больше о студенческих клубах и жизни учащихся этого университета в принципе, то я могу предложить вам к просмотру другое интервью. Там студент University of Warwick подробно рассказывает о том, чем вы можете занять себя в свободное от учебы время, и рассказывает на русском языке. Ссылку, само собой, поставим в описании. Вы бы сказали, что университет очень многонационален. Да, да, очень много национальностей. Я сам из Казахстана. И этот университет очень популярен среди казахских студентов. Вы знакомы с кем-нибудь? Нет, я не встречал. Не встречали никаких русскоговорящих студентов? Да, русскоговорящих некоторых встречал. Но я больше не поддерживаю с ними общение, потому что они уже выпустились из университета. Но на моем курсе я сейчас никого не знаю. А как вы добираетесь отсюда до Лондона? Хорошее сообщение. Да, есть прямой поезд до Лондона. Он идет примерно час, поэтому все достаточно просто. Чуть больше часа. Да, хорошо. Это прямое сообщение. А на магистратуру потом пойдете? Нет, я выпускаюсь и потом пойду работать. Мне очень нравятся ваши розовые кеды. Спасибо. Большое спасибо и желаю вам удачи с окончанием университета. Спасибо большое. Было приятно с вами пообщаться. Спасибо. До свидания. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте порадовать нас лайками и комментариями. И обязательно подписывайтесь, если вам интересна тема зарубежного образования. И, конечно же, буду рад познакомиться с вами уже во время вашей бесплатной консультации. До скорых встреч, друзья! Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.